Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Вышло новое дополнение к игре, которое добавляет в режим приключений новую кампанию. Кампания за Шикамару Нара, если я, конечно, правильно понял, что именно за него мы будем играть, я не знаю. В общем, кампания называется «Зеленые листья Конохи». Я думаю, мы сделаем так, я обращу внимание на ваши комментарии, то есть вы пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу данного дополнения. Нужно ли его проходить? И пишите, что вы думаете вообще о данном режиме в целом. Ну, а мы давайте же приступим потихонечку, потому что мне вот, например, очень интересно, что же здесь за такая кампания. Изначально я думал, то, что будет какая-то компания в основном сюжетном, да, формате, но тут в режиме приключений компания. Зеленые листья, которые однажды увянут и опадут, придадут сил и напитают новые ростки. Каждый человек хранит в себе частичку прошлого. И молодые люди смотрят в будущее и становятся ниндзя. Честно говоря, никогда бы не подумал об этом. Я и представить не мог, что когда-нибудь буду помогать этому идиоту. Но он обладает какой-то странной способностью притягивать к себе людей. Видимо, в какой-то момент это подействовало и на меня. Чтоб тебе, Наруто. В чем дело? Ничего. Так, о чем ты мы говорили? О том, нравится ли тебе работать моим советником. Да, точно. Ну, вы стали шестым до того, как я здесь оказался, так что особых проблем у меня не было. Вы выполняете свою работу самостоятельно, задания, которые я получаю, ничуть меня не удивляют. Примерно таких поручений я и жду. Вы отлично справляетесь. Рад слышать. Но ты хочешь сказать, ты уверен, что если Наруто станет Хокаге, у тебя будет еще больше работы? Да он же чокнутый. Он ни перед чем никогда не останавливается, берется даже за самые невыполнимые дела. Какую поддержку я могу ему оказать? Поэтому я и хочу сейчас помогать вам. Да, да. Точно, точно. Сменим тему, Шикамару. Мне нужно, чтобы ты для меня кое-что сделал. Хотите, чтобы я кое-что сделал? Что именно? Я хочу, чтобы ты обошел деревню. Обошел деревню? Я? Да, теперь, когда я стал Хокаге, у меня совсем нет времени следить за порядком в деревне. Так что я хочу, чтобы ты стал моими глазами и ушами. Чтобы ты был в курсе всего, что происходит. Но разве кто-то другой не может? Я хочу, чтобы именно ты занялся этим. Я рассчитываю на тебя, Шикамару. Хорошо. Почему он решил поручить это именно мне? Это издевательское задание, да? Шляться по всей деревне. Вот так, значит. Да, именно так. Какаши поручил Шикамару своему новому помощнику смотреть деревню. Несмотря на то, что это поручение показалось Шикамару странным и даже подозрительным, он согласился его выполнить и отправился патрулировать Коноху. Покончим с этим быстро. Чувак, ты прям читаешь мои мысли. Патрулировать деревню? Серьезно? Наверное, стоит пройти по главной улице? Блин, я не знаю, по какой улице здесь надо проходить. Здесь много улиц, много поворотов различных. Но, блин, здесь же можно шататься... Очень-очень много времени. Я не удивлюсь, если тут будут какие-нибудь эти всякие осколки воспоминаний. Но я надеюсь, то, что обойдется без них как-нибудь. Потому что это не совсем круто. Так, и... К какому из них мне подходить? С кем из них мне разговаривать? Кто же бы знал, а? Изучить. Изучить, сказал.
Бронзовый сюрикен. Правильно же ведь произнес? Что это вы двое здесь делаете? А, Шикамару. А, мне казалось, ты теперь советник Какаши-сенсея. Так и есть. Он приказал мне патрулировать деревню. Почему? Кто знает? Постой, у меня вопрос. Как ты вообще смог стать его советником? Близится новая эпоха. И когда я думаю о следующем Хокаге, я смогу помочь, только став его советником. Не знаю, что я смогу сделать, но я все равно хочу помогать ему всем, чем смогу. Это так похоже на тебя, Шикамару. Мне сразу было понятно, что ты много обо всем этом думаешь. А как же иначе? Мы больше не дети, пора думать о серьезных вещах. Да, мы продолжаем дело Асумы-сенсея, нам надо стараться. Да, он прав, Асума-сенсей дал мне что-то. Что я должен защищать? Вы дали это мне, когда вас воскресили во время Великой Войны Ниндзя. Я никогда не забуду чувства и эмоции, которые направляли ваши кулаки. Так, это что это такое? Начать бой, хорошо. Я же думаю, что он сейчас свалится, что ли, сознание потеряет. Но нет, я уже даже забыл, слушайте, как здесь... Все управляется. Давненько уже не играл в эту игру. Ладно. Это не помешает нам победить. Я в этом уверен. Так, тихо, спокойно. Такие звуки издают. Пиу-пиу-пиу-пиу. Нормально. Иди сюда. Не убиливай, Асума. О, потихоньку вспоминаю правление. Это прекрасно. Вот на тебе, с кнута. С плеточки. Возможно, завершение тайной техники. Ой. Спокойно. Только благодаря тебе я стал так силен. В игре в шашки. Это твоя могила. Завершение тайной техники. Отлично. Просто замечательно. Хорошо, все идет по плану. Действительно. Давай, давай. Ранг S. Просто супер. Хороший очень ранг, приятный ранг. Но бонусы за него дают такие, которые не нужны совсем. Мы приняли его огонь, теперь наша задача не дать ему угаснуть. Вот почему ты стал ассистентом Хокаге, да? Чтобы быть рядом с ним и охранять всех нас. Чтобы оберегать ребенка Асумы-сенсея и чтобы помогать Хокаге. Думаю, долгая дружба помогает это понять. Мы чувствуем то же самое. Ты проявляешь это по-своему, Шикамару, и мы тоже будем делать то, что считаем нужным. Мы будем защищать ребенка Сумы-сенсея и всех остальных в нашей деревне. Это придаст нам сил, необходимых, чтобы помочь Хокаге. Да. Но... Так, все эти разговоры о следующем Хокаге, ты ведь имеешь в виду Наруто, да? В это сложно поверить, учитывая все, что мы о нем знаем. Я думал о том же самом. Но нельзя забывать о том, что он как-то сумел всех очаровать. И он совершенно точно успел многого добиться. Иногда мне в это даже не верится. Да, минутку, что ты задолбался тут с вами. Да, точно, у тебя же задание, прости, Шикамару. Ну, не то чтобы я спешил, так что ничего страшного. Откровенный такой. В любом случае, мне пора идти, до скорого. Хорошо, пока. Давай. Задолбался вообще. Начали про Наруто говорить сразу. Пойдем-ка в другую сторону. Вы справились замечательно. Все предсказуемо. Чоджи и Ино тоже сильно переживали за Коноху, как и Шикамару. Мысль о том, что у него есть верные товарищи, наполняла Шикамару радостью. Товарищи. Хорошие товарищи. Так. А по заданию-то нам куда надо идти? Или задание само нас нашло?
Тёджи и Ино тоже думают о том, что будет дальше. Пожалуй, я не должен этому так удивляться, но это и правда здорово. Теперь мне, пожалуй, лучше пойти на поле для тренировок. А где он находится? Не припомню, что в деревне было поле для тренировок. Новое задание. Следующая остановка на маршруте Шикамару стала поле для тренировок. Но что же он там найдет? Вот в чем вопрос. Так, хорошо. Пойдем просто по этому маркеру. Он нас приведет куда надо. Тут какие-то периодически восклицательные знаки появляются, но это все-таки сайд-квесты, блин. Сайд-квесты в квадрате, вот как это называется. Сайд-квест на сайд-квесте и сайд-квестом погоняет. Вместе с другими сайд-квестами. В общем, вы уже запутались, да? Что я говорю? В общем, здесь главное только это основной сюжет. Все остальное тоже мелочи, на самом деле. Так. И нам нужно куда идти? На поле для тренировок. Убежище, деревня, пустыня ветров, деревня песка, лес кан... О, тренировочное поле. Так, и сказал сюда. Красиво как. Нравится мне это место. Люблю природу. Тренировочное поле. Я понял, Кэп, спасибо тебе за намек. Ой, какой песер там. Это Киба? Шикамару? Чем это ты здесь? А, да. Очевидно, ты тренируешься. Ага. Но ты пришел вовремя, можешь мне помочь. Мне надоело драться с деревянными манекенами. Тогда устрой поединок с Сакамару. Да, точно. Мы с Сакамару едины телом и духом. Как мне с ним сражаться? Должно быть, ты просто потерял форму, пока строил у себя помощника Хокаге, я прав? Четко так подколол. Ничего я себе не строю, хотя должен признаться, я и правда немного не в форме. Значит, нам остается только одно. Хорошо. Отлично, тогда не будем тянуть, готов? Ты и так уже с трудом сдерживаешься. Так что какая разница? Точно, в бой нужно вступать быстро, без раздумий. Подколол его, если чем матом хотел сказать. Но решил, что нет, я не буду ругаться. Нехорошо ругаться, ведь Наруто ориентирован все-таки на юную аудиторию. Так что лучше детишек не учить плохим словам. Злым словам, я даже сказал. Аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой, осторожно, осторожно. Ух ты, ты что такой-то? Блин, я собаку случайно ударил по щам. По идее, ему собака должна помогать, она ему только мешается здесь на поле. Специально, что ли, сюда позвал? Я не понимаю, подожди. Тихо ты. Очевидно, псину надо накормить хорошенько, а то она какая-то... депрессивная какая-то, нихера ничего не делает. И хозяин говорит, делай то, она тут тупо бегает, заслоняет собой поле боя. Опа! Иди сюда. Ну, типа того. Стой, 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 стой. Да ёлы-палы. Ты что ж там перекатываешься-то, как колобок? Блин, слушай, ты козлина. Я хотел накопить... энергию. Ни хрена никакой энергии не накапливаю. Нифига себе, что он вытворяет, ребята. Какие-то воздушные шарики в него выпустил. Ну иди сюда. Вот, ой-ой-ой-ой. Нифига себе. А шустрый какой. Вот реально знает себе цену мужик. Ох ты, что ж происходит-то. Что это было вообще? Так, аккуратно. Ты ёлы-палы. Хорош. Что-то он какой-то вообще стал остервеневший. Видать, за собаку пошел в бой. Так.
Подожди, да отойди ты. Да что происходит? Это просто это... Ох. Я, да ладно, думаешь, мне этого достаточно? Он хочет продолжить? Нет, слышь, мужик, я просто так этого не оставлю. Конечно, еще один раунд, блин. Это просто я, видать, расслабился. Это как-то неправильно. Хи-хи-хи, да ха-ха. А в результате-то по щам-то получил? От какого-то лошпеда. Надо ему сейчас тут начистить хлеборезку. Ну-ка. Не надо. Между прочим, это его пса воняет из пасти. Хотел сказать, изо рта, потом вспомнил, что это не человек. Да херушки тебе, он там все пытается какие-то свои подлые техники применять. Да блин. Офигеть вообще, чего творят, какие-то комбы тут дерзкие. Вот козлюк. Ну-ка. О. Да что ж ты будешь делать-то? Так, давайте подальше отойдем, накопим побольше энергии. Оба! Че он вытворяет-то, блин? Офигеть! Это какая же сложность-то у него? Нефига, расслабься. Опа! Во, отлично! Что-то он там все руками там подогревал-то только что. Какие-то места-то такие необыкновенные. Мне показалось, он говорит сода. Сода. Нет? Ну-ка. От тебя. Не, сейчас мы ему по щам наваляем так конкретно. Так, завершение тайной техники возможно, это хорошо. Да отойди ты от него. Да что ж ты будешь делать-то? Ты должен был технику тайную завершить. Ты ёб... Да что ж ты будешь делать-то? Да отойди ты от него, не приближайся, блин. Так, список команд, где там эта тайная техника? Так, ну же. Тайная техника, вот. Что это такое? Шнурок какой-то там, блин, вешает. Ёп. Спокойно. Ой-о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 й
Да он совсем зверевший, короче. Как он это... Блин, ребят! Вот этот вот шнурок, он вытягивает, вот эту соплю вытягивает. Он не может поймать его в свою тайную чакру вообще. Что за хрень такая? Не понимаю, объясните мне по-человечески. Блин, чувак, все, это уже не шутки. Это уже не шутки, это уже просто дело принципа. Дело принципа, я тебе сейчас всю дурь выбью, понимаешь? Сволочь такая. Твоя собака будет тебе все там зализывать во всех местах. Все, это уже злость. Оба. Козлин, разогнался, а? Хорош, хватит уже. Пришло время бустить. Да так.
Ух! Что вытворяет-то, козлина такая? Офигеть! Он еще и с пёсером на компанию это делает. Жесть! Просто жесть! Офигеть! Блин, ребята, тут у него какая-то сложность повышенная получается. Да, я говорю. Невероятная жесть. Тайная техника была завершена, только не у нас. Блин, как? Каким образом вообще? Это какой-то дикий мужик абсолютно, ребята. Как это сделать вообще? Жесть. Я понимаю, что этого чувака надо по заданию завалить. Он какой-то, он реально, он все, короче, сумасшедший, абсолютно безбашенный чел. Вот что делает с людьми жизнь с собакой плотная. Он с этой собакой чуть ли там... Да. Почему ты промазываешь постоянно? Можешь мне объяснить, с какого бодонища-то? Ой, как? Вот видели? Он просто взял как-то и отошел. Мы его долбашим, а он там что-то вообще вытворяет, какие-то вещи жесткие. Вот, офигеть вообще, вот видели, да. Да, именно об этом речь. Это сволочь аккумулирует у себя эту энергию. Хер тебе нарыло. Короче, у него какой-то абсолютно дерьмовый... Дерьмовая теневая техника. Успокойся ты. Жесть. Просто невероятная жесть. Опа. Ну вот, видите, да, что он творит? Он просто берет и начинает эту свою тайную технику выполнять. Как такое может быть? Блин, жесть! Невозможно! Просто невозможно. Бомбит у меня все, в общем, от этого безобразия. Просто бомбит. Я еще раз попробую, короче. Пошел он в жопу. Достал уже. Да... Это, походу, это для задания нужно. То есть, пока его не замочишь, ничего не сделаешь абсолютно. Какой-то это засранец, блин. Ну. Дерзкий очень. Дерзкий. Достал-то уже. Вроде поначалу было достаточно легко с ним разбираться. А потом... Ну, какой-то сложный стал резко. Ну вот что вот это за шнурок дебильный-то, а? Нельзя ему давать накапливать всего эту... Иди сюда. Ты падла. Ты хорош.
Ну, так-то уже лучше. Вот как, а? Офигеть, блин, тут нужна энергия, нужна. Нормально. Ты был игрушкой в моих руках все это время. Твоя могила. Да, все идет как надо. Козел реально сложный был, блин. Офигеть. Ты рейтинг какой-то говеный. Что за сложность такая, вообще не понимаю. Я ж тут прихерел немного. Отличная разминка, Шикамару. Ты совсем не заржавел. Да, еще не успел. Пожалуй, ты прав. Киба, ты уже и так очень силен. Почему ты хочешь стать еще сильнее? Ну, ради себя самого еще у меня есть другие причины. Какие другие причины? Ну, понимаешь, всякие самые разные. Я должен быть уверен, что смогу защитить всех, когда я стану Хокаге, правильно? Поэтому мне и надо стать сильнее. Да, точно, ты ведь тоже хотел стать Хокаге. Ну, а если тебе так и не удастся стать Хокаге, что тогда ты будешь делать? Я думаю, тогда я это решу. Я до сих пор хочу стать Хокаге и не намерен сдаваться. Ну, да, думаю, это не лишено смысла. Ну, знаешь, чисто теоретически я знаю, что это невозможно. Но если я все же так и не стану Хокаге, тогда использую свою силу, чтобы помогать другим, чтобы защитить жителей нашей деревни и... защитить Хокаге! Хорошо. После этого все поймут, какой я сильный, и даже Хокаге будет меня побаиваться. Это очень похоже на тебя. Я всегда хочу быть его соперником. Кроме того, я хорошо знаю этого идиота. Ему быстро станет скучно, если рядом не будет кого-то, равного ему по силе. Минуту. А о чем я только что подумал? Ох, сложное задание такое на самом деле. Киба усердно тренировался в надежде когда-нибудь стать Хокаге и повести Коноху за собой в будущее. Он был тверд и решителен, как никогда его глаза уверенно смотрели вперед. Ага, замечательно. Далее, похоже, мне особо некуда пойти. Может, пока вернуться в поместье Хокаге? Что ж, друзья, давайте мы тогда этот выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.